С 1 по 15 августа в школах и детских садах Самары прошла комиссионная проверка готовности учреждений к новому учебному году. О ее результатах на еженедельном совещании в мэрии доложила руководитель департамента образования Ирина Коковина. В этом году в состав комиссии вошли представители департамента образования, районных администраций, депутатского корпуса, профсоюзной организации, органов правопорядка и родителей. Представитель совета каждого учреждения детского сада, родительского совета или школы обязательно был участником. Таким образом, родители на родительских конференциях в конце августа доложат о том, как проходила проверка их учреждения, какие были замечания, за что похвалили, что нового в учреждении. То есть увидят это из первых уст. За летний период в ряде учебных заведений Самары прошли плановые косметические и капитальные ремонты. Были обновлены пищеблоки, дооснащены медицинские кабинеты, проверены системы противопожарной и антитеррористической защищенности. В некоторых школах появились новые спортивные площадки. Новшеством этого учебного года станет открытие в каждом образовательном учреждении Центра детских инициатив, на базе которого будет работать актив школы. Руководить центром будет советник по воспитанию. Советники прошли тестирование, собеседование и на сегодняшний день готовы приступить к работе. Местом их работы будут эти самые центры детских инициатив. И в рамках проверки мы также смотрели, каким образом школы подготовили центры для работы детского актива и, конечно, для работы советника. В День знаний на торжественных линейках в школах Самары прозвучит гимн Российской Федерации и будут подняты государственные флаги. Также в мэрии сделали акцент на то, что к 1 сентября планируется завершить все работы по благоустройству общественных и дворовых пространств, которые в этом году обустраивались в Самаре по нацпроекту «Жилье и городская среда», губернаторской программе содействия или за счет средств местного бюджета. Галина Топилина, Николай Епифанов. События.